КЮП-6520. Она кому подойдет? Тем, у кого растут волосы на лице. Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». Сегодня я сделаю для вас подборку подарков, что дарить нашим любимым мужчинам на 23 февраля. Буквально несколько дней назад я уже снимала видео о том, как дарить подарки и как понять, что человеку нужно. Обязательно его посмотрите. И если вы уже точно знаете, что человеку понравится ваш подарок, и вы уже можете понять, из какой сферы вам выбирать подарок, то тогда смотрите это видео дальше. У нас в подборке будет 4 подарка, и первый подарок совсем не оригинальный. Если такую провести шкалу оригинальности, его можно оценить на единичку, но он всегда нужный. Мне кажется, любой мужчина пользуется туалетной водой. Ну, я на это надеюсь. Выбирать запах и туалетную воду нужно, конечно же, исходя из бюджета и из предпочтений мужчины, кому мы дарим подарок, потому что запахи есть абсолютно разные, можно не угадать. Но мне кажется, что вот эта туалетная вода Hugo Iced подходит, в принципе, всем, потому что запах очень приятный, нейтральный и такой, знаете, мужской. Я его открыть не могу. Вот, открыл. Он свежий, немножко терпкий, настоящий мужской и абсолютно универсальный. Поэтому, если вы не знаете, какую туалетную воду выбрать, обязательно послушайте, понюхайте, попробуйте вот этот аромат Hugo Iced. И мне кажется, что это новинка. Наверное, новинка? Не знаю. Ну, в общем, такую я раньше не видела, может быть, просто не обращала внимания, а может быть, он появился недавно. Это подарок номер один, который подойдет вообще абсолютно всем мужчинам, особенно тем, кто любит следить за собой и ходит в офис в костюме, в кожаных перчатках и едет на машине. Подарок номер два в нашей подборке, он тоже достаточно универсальный, подойдет тем мужчинам, у которых растут волосы на лице и на теле. Это триммер, правильно он называется, Philips One Blade, и у нас модель QP6520. Этой штукой мой муж пользуется постоянно уже, наверное, года 3 или 4, то есть она прошла тест-драйв, я вам ее искренне рекомендую, муж тоже, кстати. Она подходит для бороды и для всех волос, которые растут на теле. Конкретно у этой бритвы есть насадка, которая регулирует длину щетины. То есть можно поставить 0,4 мм и останется такая коротенькая щетина, либо поставить 10 мм, это уже будет такая полноценная борода, которую можно дома подбривать и экономить деньги на мужских барбершопах. Насадку можно снять вот так вот, и тогда мужчина сможет побриться гладенько. В общем, бритва классная, подойдет всем. Еще раз повторю, у кого растут волосы. Но, конечно, лучше уточнить, хочет ли ваш мужчина такой станок. Если хочет, то Philips One Blade, вот эта вот модель 6520, мне кажется, просто идеальный подарок. Третий подарок в нашей подборке – это электрическая зубная щетка. Она подойдет всем мужчинам, у которых такой еще нет. Потому что обычная зубная щетка, на мой взгляд субъективный, это абсолютно не то. И как только ты начинаешь пользоваться электрической зубной щеткой, любой, ты сразу понимаешь разницу. Я рекомендую щетку от Oral-B, точнее Brown Oral-B. Pro Timer она называется. Правильное ее название Vitality 100 Cross Section. Насколько знаю, Cross Section это название насадки. В общем, не суть. Электрическая зубная щетка выглядит вот так вот. Она у них одна такого дизайна. Почему я рекомендую именно эту модель? Потому что мы ей сами пользуемся уже не первый год. У меня есть точно такая же синего цвета. Кажется, я про нее даже писала такой большой подробный материал. И она правда очень классная. Насадки вот эти вот продаются. Они, во-первых, идут в комплекте, хватает надолго, и их можно потом докупить, можно по одной штучке, по три, можно взять вообще одну зубную щетку на двоих и просто переставлять насадки, тут кому как удобно. В комплекте идет зарядник, щетка заряжается быстро и использовать ее долго. И четвертый подарок, он подойдет тем мужчинам, которые любят что-то делать своими руками, что-то мастерить, занимаются дизайном, строительством, ремонтом. Или если у вас есть загородный дом или дача, такая штука тоже обязательно понравится вашему мужчине. Это лазерный измеритель, или правильнее сказать, лазерный дальномер Bosch. Наша модель, точнее измеритель, который есть у моего мужа, тоже уже несколько лет, называется Bosch Zama. Но я посмотрела, такую сейчас не производят, и есть точно такой же аналог, он только выглядит внешне чуть-чуть иначе. Называется Bosch GLM 20 Professional.
Вот, он стоит тоже недорого, вполне себе нормально, там в пределах 3000 рублей. И он заменяет вот этот. А этот я честно могу рекомендовать, потому что муж у меня от него в восторге. Он выкинул все свои рулетки. Рулетками раньше часто пользовался. И теперь все расстояния, которые ему нужно померить, меряет с помощью вот этого дальномера буквально там за пару секунд. Короче, если вы часто видите своего мужа, мужчину, парня с рулеткой, то обязательно подарите ему вот эту штуку, он точно будет рад. Друзья, вот такая подборка у нас получилась. Надеюсь, она будет вам полезной, потому что праздник уже совсем скоро. Но главное, помните при выборе подарка, что вы дарите подарок другому человеку, а не себе. Не нужно покупать то, что хотите вы, покупайте то, что понравится вашему любимому человеку, вашему мужчине, там, папе, брату, сыну, неважно, другу. И тогда подарок точно доставит приятные эмоции. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. А еще недавно у меня вышла статья, в которой я собрала все вещи, все предметы, всю технику, которой я пользуюсь на своей кухне. Ссылка на нее в описании под этим видео. Обязательно посмотрите.